Замкнули провода. 6 машин сгорели в минувшие выходные. Автомобилисты всячески пытались в мороз завести и прогреть транспортные средства, в итоге вовсе их лишились. По данным ДЧС Карагандинской области, за 9-10 декабря зарегистрировано 6 пожаров на автомобильном транспорте. Пожары произошли в городах Караганда, Темиртау, Шахтинск. Причинами пожара назвали короткое замыкание электропроводов. Как правило, неисправные топливные и электросистемы подводят при экстремальных температурах наружного воздуха. В зимнее время также пожары происходят при отогреве замерзших авто с применением открытого огня. Всего с начала текущего года в области зарегистрировано 144 пожара на автотранспорте, на которых был травмирован один человек.